пацаны, прислал мне подписчик из Словакии, да, вот, соответственно, сейчас покажу, Словакия, да, энергетические напитки на обзорчик. Я тут чего от всей души ему благодарен. Сейчас посмотрим. Упаковал хорошо, красавчик. Нифига тут упаковочка, ёпта. Что это? Салатный шинник. Это что? Право Словакии. Опа. Раз. Нормальная тема, да? Ага, блядь. Два. Три. Ну чё, пацаны, увидимся на обзорах. Итак, ребята, продолжаем снимать это все дело мы. Уже сняли мы обзор на замечательный напиток. Очень был вкусный. Обзор можете посмотреть. Также есть на русский вариант VR46. И сейчас мы переходим на Ultra Red. Для тех, кто впервые включил это видео, не видел этой части, я скажу, что вот эти три баночки, ну как вы поняли из предыдущей вставки, да, мне прислал подписчик из другой страны, Словения, да, вроде, да. Вот. И здесь нет английского языка, к сожалению. Ну, русского-то понятно. Вот, поэтому мы ищем баночки эти на английском языке. И сейчас я буду вам их пытаться перевести. И будем их пробовать сама. Так вот, он мне прислал три баночки. Ультра, без сахара все три. Очень крутые монстры. Этот мне очень понравился. И сейчас будем вот такой вот красавчик Ультра Ред. Очень красивый, да? Оператор, давайте посмотрим, что у нас здесь. Итак, согласитесь, очень крутой дизайн. Такая шершавая банка у нас. Приятная, да? Очень приятно так в руке. Видите, да, вот эта шершавость? Monster Energy Ultra Red. Без калорий, ноль сахара. Очень круто, очень круто. Ага, я бы с удовольствием прочитал, что здесь написано. Вот здесь я могу понять, что Ultra Beast, Ультра Зверь. Ультра Зверь, ага. Сладкий, сладкий, сладкий козлета. КДА, бай, зухи, бот, запон, бен, мут, непонятно, хуй его знает. В общем, не мой язык, не понимаю. Здесь аналогичная ситуевина, да, то есть кисель какой-то, вода, киселина, оксид, таурин, вижу, да, вот, регулятор кислотности, аромата кофеин, L-карнитин. Ладно, вроде это от ультра, видите, ультра ред написано, да, давайте посмотрим. В состав входят газированная вода, цитрик эйсид, это лимонная кислота, таурин, эритринол какой-то, панакс, джинсен экстракт, экстракт женьшеня, то есть таурин, экстракт женьшеня уже есть у нас затем, сорбат какой-то, консервант, кофеин, третий компонент, да, ацесульфат натрия, бензонат какой-то. Ну, консервант это, да, у нас бензонат какой-то, сукралоза, подсластитель, кальций, пантотен какой-то, ага. В общем, это витаминная смесь, блядь, вообще не видно, ёб твою мать. L-карнитин точно вижу, экстракт гуарана, гуаран экстракт, L-карнитин, вид L-тартрат, а вот, инозитол. Эти красители, в общем-то, и все. Ну, вот такая ситуация. Не могу состав точно вам описать. Единственное, что я точно знаю, что здесь, смотрите,
здесь у нас получается 5 энергетических компонентов. Это очень круто. Ну хуй, я не знаю. 5 энергетических компонентов. Это очень круто. А что здесь есть? Кофеин, таурин, гуарана, женьшень и L-карнитин. Это очень замечательно. То есть обычно русские энергетики что себе представляют? Вода, сахар, химоза, чуть-чуть кофеина, чуть таурина. Здесь мы видим состав очень крутой для энергетика. Здесь и кофеин, и таурин, и женьшень, и гуарана, и L-карнитин тартрат. Круто? Круто. И плюс он без сахара, без калорий. То есть вы можете пить его на диете, на сушке. В принципе, сахар ни к чему. Здесь большие порции сахара в банках. Здесь его нет. Это очень круто. Ну что, разобрались с энергетическими компонентами. Давайте это дело пробовать. Даже страшно. Пахнет что-то типа ягоды какой-то. Знаете, какой красавчик. Какой красавчик, а? Неплохо, да? Он добавляет. Вот так он выглядит. Такой красненький, красивенький. Ну что? Спасибо тебе. Как тебя там зовут-то? Лоренс. Да, Лоренс. Хеллоу, мне. Гудбай. Фэнкс. Понятно, да? Так. Галённый. Вот с этим, конечно, не сравнится. Дизайн реально потрясный. И хороший энергетический состав. Но вот вкус... мне не нравится. Единственный плюс, как энергетика, что он как надо кислый. Он такой кислый и резкий. Это хорошо. Вкус, знаете, пытаюсь передать, что-то типа какого-то граната. Так, это граната? Граната или клюква? Что-то в этом роде. Мне не нравится. И пить бы я такое точно не стал. Вот разок можно выпить, не больше. Несмотря на красивый дизайн, хороший состав, вкус вот этих дерьмовых. Объективно скажу. В общем-то, наверное, все. Что могу сказать в заключении? Если вы сравниваете, пока что я пробовал без сахара два монстра, только вот этих ультра-серии, вот этот получился шикарный, 5 баллов с 5, посмотрите обзор. А вот это откровенное дерьмо, я ему поставлю 1 балл из 5, я объясню почему. Потому что его, он не просто невкусный, его реально пить невозможно, вот он противный. Вот такой вкус противный реально. Может быть, с сахаром еще этот вкус переварить можно было, но без сахара, с подсластителем, вот это ягода клюква или гранат, это реально невкусно вообще, вообще. И пить это практически невозможно, себя запихивать. Как бы, если бы он продавался и брать его там постоянно, я бы точно его не смог, в отличие от этого. В общем, по качеству, как бы, и дизайн 5,5 баллов, очень круто, красиво, все шершавое такое, круто, удобно. Дизайн шикарный, энергетический состав шикарный, 5 компонентов, молодцы. Есть к чему русским стремиться. Не только кофеин с таурином развести. Ну, вкус, конечно, полное дерьмо. Ну, по мне, может, кому-то понравится. Я не знаю, я не люблю гранат, а клюкву, еще тем более без сахара. Это фу-фу-фу. Поэтому 1 балл из 5, на мой взгляд, я бы такой пить не стал. И больше я такой не куплю, если увижу вообще. Ну, нахрен он мне не нужен, да? Не советую, если вы такое увидите. А мы увидимся в следующих обзорах, в частности, на последний ультра. Sunrise.